Потому что я вот проезжаешь, это же стратегическая туристическая трасса. Почему Лувеньга, никто не обращает на нее внимания. Колвице вроде что-то есть, а в Лувеньге нет. Этот вопрос художника, который он сам себе задал однажды, наверняка станет поворотным в судьбе Лувеньги. Валентин Мыздриков, признаются местные жители, заставил их иначе посмотреть на место, где они живут и растят детей. А потому идею об установке в селе памятных знаков приняли с воодушевлением. Впрочем, сначала речь шла только об одной скульптуре, ее сюжет родился после знакомства мастера с одной из местных легенд. Лувеньга, с одной стороны, окружена Бабьим морем с целебными грязями, а с другой стороны – Акатьева гора. А по-самски Аки – это женщина-божество, Божья Матерь. Вот, поэтому сюжет и родился, что женщина-поморка, которая оберегает нашу землю Лувеньгу. Возродив легенду древнего села, Валентин Мыздриков пошел дальше. Только не мимо, а вглубь Лувеньги. Вдохновившись прекрасными видами, которые открываются на залив, художник буквально за пару дней создал еще один арт-объект. Он также выполнен из песчаника, специально привезенного с Терского берега. Получилось спонтанно. Вот. И здесь река рядом, потом и есть залив рядом, и дорога рядом. И ничего, никакого нет арт-объекта. Едешь мимо на автобусе, и некуда, не на что посмотреть. А вот теперь уже можно и посмотреть, что-то увидеть. Да, этот арт-объект называется «Страна незаходящего солнца». Ее так, по-моему. Он, видите, помор, вверху солнце, рыба. Знакомя нас с арт-объектами, Валентин Мыздриков просит обратить внимание на автографы. На каменных изваяниях выбиты инициалы художника и, как выяснилось, его помощника и ученика Артема Галкина. Это он привез в родное село песчаник с Терского берега. Он же по науке мастера высекал узоры на каменных плитах, а после занимался установкой и благоустройством прилегающей территории. К слову, по инициативе Артема на берегу Кандалакшского залива выросла новая скульптура «Трясочка». Говорят, у местных рыбаков уже появилась примета, чтобы у улов был хороший, необходимо обойти памятник три раза и погладить камень рукой. Бог любит всегда троицу. Артем говорит, еще и рыбалку. Новые арт-объекты на Лувеньской земле – это, конечно, заслуга не только художника и его подмастерья, но еще и личный вклад каждого жителя села. Участие в установке памятников, в их обустройстве, благоустройстве прилегающей территории принимали и взрослые, и дети. Все вместе они провели на берегу залива Большой Субботник. Установили таблички с призывом к отдыхающим соблюдать чистоту, привели в порядок стелу. В планах продолжить обустройство смотровой площадки, построить лесенки для удобного подхода к воде и многое-многое другое. Все задумки в жизнь можно только сообща. Не так давно у местных жителей возникла идея организовать в Лувеньге территориальное общественное самоуправление. И вот эти первые шажки наши, да, в этом плане вроде бы как удались. Территориальное общественное самоуправление можно сделать даже в подъезде. Можно сделать улицу, можно сделать район, там объединиться людям. Это один умеет там варить, другой умеет колотить, другой стругать. И вот для того и делается, чтобы объединить людей, чтобы своими силами можно многое сделать. А не ждать, пока дяденька сверху там что-нибудь по головке погладит. Территориальное общественное самоуправление – одна из форм непосредственного самоуправления государства. Таким образом, дает право гражданам самим решать вопросы местного значения. Финансируется организация за счет грантов из федерального бюджета. В Мурманской области пока функционирует только один ТОС в поселке Титан, это под Кировском. Не исключено, что второе в нашей области территориальное общественное самоуправление уже в этом году будет организовано и в Лувеньге.